Привет, сиракезы смотрящие. Уходит високосный год, 2024. Мы с ним вот через пару месяцев прощаемся. Празднуем сейчас Хэллоуин, отпраздновали, потом День всех святых. Потом у нас в городе, значит, администрация. А давайте мистике отдадимся. Спокойны потенциальным статусом доллара как мировой резервной валюты. Ну, только ленивый не видел эти кадры, наверное. А у нас тоже какая-то мистика. Вот сегодня такая ночью была ветреная погода. Это тоже можно как мистику. Представляете, сорвало. Сорвало все украшения. Вот мы видим. Конечно, можно списать на природу. А можно и на мистику. Вот тут уж каждый выбирает под себя. Просто есть разумное объяснение. Полотнища эти вывешивались, наверное, 20 лет. Ткань, вы знаете, она не лучше становится от каждого года. И у меня есть подозрение, что их рвет не потому, что там ветер сильный, а просто износились. Так же, как наша улица Адбривошинос. Помните, когда ее открывали в 2011 году, говорили, господи, теперь у нас на празднике будет торжественно улица светиться красно-бело-красными фонариками. Но прошло незабываемых 2-3 года, фонарики стали чахнуть, и теперь вот мы едем в преддверии Дня независимости, и как-то тоскливо. Опять же говорю, на перекрестках почему-то решили, что надо украсить, а всю улицу не надо. Ну, что заслужили, то и имеем. Всем удачи, всем пока.